Привет, альпинисты. Короче, такая делюга. Вывесился с двумя ведрами Тектора по 12,5 килограмм. Не знаю, что произошло с сидушкой. Я спустился уже этажа на 3-4. Чувствую, перекосило меня на одну сторону. Не пойму, что. Еще полэтажа спускаюсь, нахуй. Резкий рывок, хучо, понимаю. Хватаюсь за веревки, пролетаю где-то полтора этажа. Вон сидушка с ведрами, нахуй, на спусковухе висит. Вот он, осапчик. Да где альпинист-то? Альпинист пусть спускает мне веревку и сидушку. Вот вишу на осапе, нахуй. Кутылиши, трусы. Давай, блядь, Тём, быстрей. Короче, такая делюга, вишу нахуй на осапе. Смотри. Вот такая, ничего, все нормально, приземлился. Веревка цела, нахуй ничего не подрал. Тём, спускай веревку, и сидушку, я тут разберусь. Короче, ребята, безопасность превыше всего. Уж лучше нахуй осап, чем какой-либо там шант, я хуй знаю, капля, которая разлетелась бы, блядь, наверное, сейчас в щепки, да. И да, он размазался бы об арматурину об какой-нибудь. Все, всем добра. Операция по спасению альпиниста прошла успешно. Подали мне сверху сидушечку. Вот здесь осап, короче, схватил, ничего, веревку не разорвал. Остались маленькие точки. Но веревка цела. Вот моя сидушечка. Выскочила там, видимо. Блять, не знаю, сейчас я затяну, буду смотреть, что там откуда выскочило. Ведро с мастикой вон вдрызг нахуй расхуярилось. Слава богу, что сам цел. Короче, отсюда она просто выскочила. Они были не так, это я сейчас уже протянул сюда посильнее, они были не так сильно протянуты. Так все на местах. И здесь. Просто, видимо, в этом месте надо как-то, блядь, чем-то скрепить их. Либо прошить как-то. Хуй знает, надо подумать, в общем.